Всем огромный-огромный привет! Сегодня зашла в Пятерочку и была приятно удивлена ценами. Очень много, достаточно скидок после Нового года, поэтому хочу, прям бегу вам рассказать об этих скидках и о том, что я прикупила. Во-первых, после Нового года, конечно же, надо садиться на какое-нибудь разгрузочное питание, да, что-нибудь хотя бы уже отойти от этих майонезных салатов, от всего. Поэтому я прикупила себе йогурт. Вот столько много. Активия. Она была по акции. Это натуральный био-йогурт со льном. И черникой. Также содержится еще 5 злаков. Взяла 2 штуки. Достаточно такой большой. Буду теперь есть на завтрак или даже на ужин. Йогурт был буквально по такой очень интересной цене, всего 21 рубль, представляете? Взяла поэтому много. Буду после Нового года разгружаться. Также появилась у нас вот такая интересная новинка. Тоже хочу вам показать. Это натуральный био-йогурт с орехами, ванилью и семенами чиа. Вот с такими семенами, черненькими. Никогда не пробовала, что это такое. Тоже по 21 рубль. Вот. Взяла аж 4 штуки. Из-за того, что это новинка. Также взяла сосиски, свои самые любимые сосиски по 144 рубля. Здесь 600 грамм в каждой пачке. Сосиски очень люблю на завтрак. Да, это как бы не разгрузочный день, но сосиски люблю на завтрак отварить с кофе, потому что впереди длинный рабочий день, поэтому прикупила сосисочки. 144 рубля за пачку. Тоже считаю, это достаточно недорого, очень выгодно. Потому что тут больше полкило, 144 рубля, это килограмм выходит всего, получается, на 288 рублей где-то. Совсем-совсем недорого. Дальше взяла еще вот такой йогурт. Чудо-йогурт, персик и маракуйя. Персик, маракуйя очень люблю. Большая такая достаточно упаковка. Мне еще нравятся, знаете, какие йогурты? Где йогурт и шоколад там еще налит. Вот такие. Но они достаточно дорогие. А вот этот чудо-йогурт стоил всего 39 рублей 90 копеек. Тоже был по акции. Взяла. Как-нибудь приеду с работы. И вечером даже вместо ужина съем такой йогурт. Цены меня приятно в этот раз в Пятерочке удивили. Еще взяла себе 2 творожка, так что я сегодня оторвалась тоже по йогуртам-творожкам в первую очередь. Взяла себе Даниссимо творожки, вот такой вот с изысканным шоколадом. Они тоже были по акции, стоили достаточно недорого, всего 29 рублей. Вот такой взяла. И взяла вот этот для меня новинка с соленой карамелью и крошкой тоффи. Вот такой. Все, буду пробовать эти новинки, так что теперь у меня завтрак полностью на неделю максимум обеспечен и ужин тоже. Также по очень хорошей акции взяла вот такую икру. Сейчас скажу вам, сколько она стоила. Всего 72 рубля, представляете? Икра из молодых баклажанов. Вот такая ресторация обломов. Очень хочется попробовать. Я вообще баклажановую икру люблю. Это моя прям самая такая слабость. И это, наверное, не красная икра, а икра из баклажанов. Так что вот такую взяла икорку. Состав достаточно хороший. Баклажаны, морковка, масло. Корень сельдерея даже содержится. Пряности. Довольно неплохой состав. Вот такая икорка. Здесь, правда, не очень много грамм, 420 грамм, такая средненькая баночка. Тоже цена меня удивила, так она на самом деле очень-очень достаточно дорогая, стоит где-то больше 100 рублей. По акции были вот такие конфетки, это суфле. Суфле я очень люблю, вы знаете, вот такое. Дель суфле. И всего 239 рублей стоил килограмм. Я взяла тут совсем немножко. На 60 рублей у меня вышло где-то 300 грамм. 285 грамм с чаем, без сахара. Буду такие конфетки. И еще взяла тоже
пятерочки в этот раз, так они очень, конечно, дорогие, но в этот раз была очень хорошая акция, не могла я пройти мимо, прям прохожу мимо, да, набираю вот эти конфетки, и тут вижу вот эти сливки ваниль, Шарлиз, вот такие здесь, 200 грамм, и эти 200 грамм стоят всего 39 рублей. Представляете? 39 рублей, 200 грамм. Вот такие тоже суфле. Мое любимое, с ванилью. Вот. Что я еще взяла в пятерочке? Взяла в пятерочке по акции вот такое молоко. Тоже Князь Вежич. Попробовать. Так, на самом деле, оно достаточно дорогое. Но сейчас оно стоит 54 рубля. И мне очень хочется попробовать эту продукцию. Поэтому пока по акции будем пробовать. Надо еще взять такой же фирмы, попробовать сметану. Еще я взяла в этот раз хлеб. Украинский новый хлебозавод номер 28. Ни разу не брала хлеб в пятерочке, стоит всего 14 рублей. Попробуем, надеюсь, он будет вкусный. Взяла по акции рис, тоже пропаренный в пакетиках для варки. Рассыпчатая крупа. От Увелки. Очень люблю этот рис. Тут еще вот есть какой-то рецепт. Обожаю, когда на пачках пишут рецепты. Кому интересно, тоже почитайте, что это за рецепт. Может быть, с вами приготовим. И рис стоил у нас 39 рублей. Это очень недорого. Я еще хочу пойти взять и длиннозерный рис. А еще взяла такие творожки. Тоже, тоже с крем-брюле. И манго-апельсин с бананом. Вот такой, тоже 29 рублей акция. Творожков набрала теперь надолго-надолго. Взяла по 13 рублей вот такое кофе. Очень хочется попить такого кофе, потому что, ну и раз встаешь с утра, и хочется чего-то такого. Не просто кофе, да? И последнее. Так. Макароны Макфа. Вот такие трубы. Именно от Макфы вот такие трубы обожаю. Будем с вами с ними что-нибудь готовить на быстрый ужин с этими макаронами Макфа. И Макфа у нас стоила всего 45 рублей. Да, 45 рублей. Надо было взять побольше. Здесь всего полкило. Вот такие вот огромные-огромные мои любимые самые трубы. Они у нас продавались раньше в магазине заодно. Но заодно у нас съехал. И, к сожалению, больше ни в одном магазине. Еще редко-редко есть в магазине Магнит. Но в Магнит я давно уже не ходила. Надо будет тоже сходить. Немножко я тут прибралась. Показываю вам свои покупки дальше. Купили еще в пятерочке молоко. Молоко тоже было по акции. Всего 47 рублей. Взяла два пакета. Молоко беру либо варить кашу, так как мы кашу едим. Очень любим. Либо просто добавлять в кофе. Пью кофе, либо чай тоже с молоком. Поэтому без молока тоже никуда. Так. Еще взяла три пачки соды. Сода у нас в пятерочке по 21 рублю. Вот такая сода. Взяла три упаковки. Сода просто незаменимая вещь в моем хозяйстве. Содой я мою кружки, мою разделочные доски, ножи, чтобы не применять никакую химию. В общем, чайные ложечки. Все мою содой. Ну, также еще сода, как говорится, используется в кулинарии. Да, блинчики там или что-то испечь. Сода всегда в доме нужна. У меня кончилась. Взяла три упаковки соды. Так, потом мы с вами посмотрим обязательно еще каталоги. Взяла Пемолюкс. Пемолюкс тоже меня порадовал. Без акции он стоит 60 с чем-то рублей. В этот раз был опять по акции. У меня Пемолюкс улетает на ура. Я чищу Пемолюксом раковину. Тоже не хочу раковину, да, куда складываем посуду, где моем кружки, ложки, применять какую-то такую серьезную химию для раковины. Поэтому я применяю в раковину Пемолюкс. Пемолюкс, цена была просто обалденная. Всего 29 рублей. Так что не забудьте тоже прикупить Пемолюкс, если пойдете в пятерочку. Взяла себе водичку, что-то очень хотела пить. Взяла себе вот такой вот Барбарис. Барбарис 29 рублей тоже стоит. Гостовский советский лимонадик беру иной раз. Грешу просто. И Тархун мне, кстати, их тоже нравится.
Так, еще взяла вот такую вот икру тоже. Сейчас как раз вот я вам показывала баклажановую и взяла еще кабачковую. Она идет по акции. Икра молодых кабачков. Тоже Обломова, достаточно хороший состав. Буду пробовать, потому что не пробовала. Вообще стараюсь, когда что-то идет по акции, всегда брать, пробовать. Но когда же нам попробовать, как не по акции? И такая икра из молодых кабачков стоит у нас тоже 72 рубля 90 копеек. Вот такая икорка тоже. Также взяли селедочку на ужин. Тоже всегда берем, как только она по акции, всегда стараемся покупать. Очень вкусная, есть нескольких видов. Кто меня смотрит, уже не раз видел такую селедочку. И селедочка стоила 45 рублей всего. Так что вот так. Достаточно такая вкусная, неплохая. Взяли еще вот такие печенья, типа тука, я так понимаю, мини-упаковка какая-то. Это крекер со вкусом бекона. Тоже есть три вкуса, есть со злаками, есть с солью и есть со вкусом бекона. Но это в нашей, по крайней мере, пятерочке печенье этой фирмы мне очень нравится. Поэтому взяла попробовать вот эти крекеры. Крекеры стоили 34 рубля 90 копеек. Тоже достаточно недорого. Взяли попробовать. Посмотрим, чем они отличаются от тука. Так, что еще взяли? Конечно же, кефир. Не только молоко, но и кефир. Не вижу разницы платить больше. Достаточно неплохой кефир. Беру всегда такой красная цена. Либо 1%, либо 3,2%. Срок годности посмотрела. Срок годности достаточно хороший. 37 рублей на блинчики, на выпечку. Просто даже так выпить. Девчонки, приглядитесь. Не надо платить больше. Можно взять и такой кефир. Всего 37 рублей. Так что не надо платить больше. Взяла себе еще вот такие творожки. Так, вот этот взяла со вкусом пломбира. Хочу по акции попробовать их все. Такие еще не пробовала. Для меня вот эти творожки, они просто в новинку. Всего 29 рублей. Такой и со вкусом крема брюле. Вот такой. Положу в холодильник или на завтрак, или на ужин. Съем такие творожки обязательно. И дальше еще прикупили сайру. Сайра у нас стоила тоже по акции. Цена меня очень сильно удивила. Взяла попробовать. Она в масле. Представляете? Обычно консервы в масле у нас стоят намного-намного дороже, да, чем натуральные. Не знаю почему. Но я уже заметила такую разницу. Вроде, мне кажется, в масле стоят дороже. Поправьте меня, если не так. Но вот эта сайра была по акции 54 рубля. Я посмотрела состав, достаточно хороший состав. Содержит сайру, масло и соль. Все, больше ничего не содержит. И самое главное, всегда смотрите производителя. Этот производитель Приморский край, Лазовский район, улица Преображения, поселок какой-то Преображения, улица Портовая. Посмотрите, вот такой. И состав тоже хочу вам показать, кому интересно. Поэтому состав очень хороший, такая неплохая сайра, без всяких таких, знаете, вот наворотов, каких-то красивых этикеток. Поэтому либо будем печь пирог с вами, либо будем делать салат, либо будем варить суп. Рецепт супа бесподобного, просто быстрого, за 10-20 минут, да, с приготовлением, вы можете тоже у меня на канале обнаружить. Вот, так что у нас безумно интересные тоже в этом месяце каталоги. Во-первых, у нас есть большой каталог с 5 по 25 января, но мы его с вами обязательно еще полистаем. Вот этот большой каталог сегодня листать не будем, но обязательно полистаем, потому что есть достаточно неплохие акции, неплохие цены, и мы с вами посмотрим этот каталог, возможно, на следующей неделе. А в этот раз у нас вот такой каталог, тоже достаточно неплохие тут были акции. Очень достаточно заманчивые цены. Кстати, я покушаюсь вот на такие вот тортики, чтобы начать брать, пробовать и, может быть, вам показывать, что это. Очень за хорошую цену форелька, кстати, представлена в нашем магазине. Но я стараюсь все же брать кусковую. Вот не нарезанную такими ломтиками, а кусковую. Но 94 рубля можно взять и такую. Вот она, эта селедочка, всего 45 рублей. Тут несколько видов.
Поэтому тоже стараюсь брать. Моцарелла тоже недорогая, можно либо на пиццу, либо на салат, на что вы любите. Тоже достаточно в хорошую цену овощи и фрукты. Грибы опять по акции. Кстати, очень люблю жульен. Надо как-нибудь сделать жульен. Обязательно вам показать рецепт. Еще я вчера брала, показывала вам вот такие сосиски. Так, у нас по акции. Еще очень много пельменей. Вся эта заморозка. Вот креветки, кстати, за неплохую цену. 269 рублей можно купить. Тоже сделать какой-нибудь салатик. Молочка тоже за... Вот я брала такой чудо-йогурт, да. И вот эти творожки, тоже разные-разные вкусы, всего 29 рублей. Кто не пробовал, обязательно возьмите, попробуйте. Очень много акций, очень много предложений. Масло по 149 рублей. Вот такое большое надо тоже прикупить. И очень также много консервов. Вот такую сайру я тоже вроде брала. Достаточно неплохая сайра. И вот она, эта икра из баклажанов и кабачков, которую мы с вами сегодня посмотрели. Я взяла по акции, стараюсь брать, потому что без акции она очень-очень дорого стоит. Еще хочу попробовать этой фирмы фасоль. Так что вот такие у нас предложения бывают по каталогам, поэтому обращайте внимание, смотрите. Кстати, вот такой набор, смотрите, который продается в фикс-прайсе, да, тут стоит 109 рублей, и в фикс-прайсе можно купить, конечно, чуть подешевле. И вот кому нужно, присмотритесь, Пемолюкс не 63 рубля стоит, а всего 29. Вот такая шикарная, красивая цена на Пемолюкс. Я стараюсь брать, чтобы у меня всегда Пемолюкс был в запасе. Ферри тоже по очень хорошей цене, 49 рублей. Кто пользуется Ферри, я пользуюсь, берите обязательно. И также шампуни с Йосы, тоже по 139 рублей, буквально за бесплатно, потому что они тоже очень-очень дорогие. Но это мы пропускаем. И также тут какие-то деликатесы, тоже еще можно купить за небольшую цену. Тоже обязательно присмотритесь. Так что такие вот у нас акции в Пятерочке. Конечно же, еще нас выручает выручай-карта. Вот такая, у кого еще нет, обязательно спросите на кассе, посмотрите такую выручай-карту. Вот такие у меня были просто мега-бомбезные супер-покупки. Всем огромное спасибо, что были со мной. И вас всех очень люблю. И до свидания, пока!